Дивіться рівно за тиждень. Ви поняли? Я теж не понял. Кулінарний крокодил. Какой кошмар. Что это такое? Это только глиста в голову моряки и все. Побеждаете? Ну что? Я не понимаю. Кого він доведе до сліз? Телятина! Говядина! Телебёнка! Шо, осьминог? Осьминог! Ужас и печаль. Расследование. Правильно. Юні Шерлоки та Холмси. Надо подпалить. Чем? А вы в сковородку лизали или нет? Расследование ведуть діти. В чем может быть логика? Погадать. Окей, moi je m'appelle donc, je m'appelle Stéphane. Да, чего? Экспресс-курс французской кухни. Premier, c'est... Что, кого? Французскую ж мовою. De la pâte feuilletée. Окей. Окей, good morning. Une fourchette, c'est quelque chose comme ça. Идемте со мной, найдете этот фуршет ваш. Нет, вы не поняли. Вы не понимаете. Капец. Дамы и господа, встречайте народный артист Украины Ваня Атамашев. Ваня, что сталося? Мне же даже улетел, где этот черный фартук. Я, конечно, все понимаю, но прежде всего это мальчик. Да, не говори, что это он. Мне даже черный фартук. Я буду выгонять их по чуть-чуть с этого проекта, чтобы я победил. Побороти себе, аби лишитись на кухне, мастер-шеф діти. Я вообще ничего не вижу. Циля горить! Циля! А что вы орете, как чайки нам привозят? Я не вижу ничего. Да жахка я давно! Я не вижу ничего! Не прогавте!